Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет, привет, привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Вани и Вари. Для тех, кто пока еще не видел нашу программу, важная информация. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. Наверняка, ребята, о многом вы уже знаете от взрослых людей, от своих учителей и родителей. Но это тот случай, когда можно повториться. Вы со мной согласны? Да. Хорошо, я рада. Итак, по итогам первого дня соревнований у нас лидирует Варя, у нее 16 фишек, но выводы делать еще рано, потому что еще впереди 3 дня соревнований. Тема нашей сегодняшней игры, ребята, это правила безопасного поведения на улице в отсутствие взрослых. И время приступать к нашему первому конкурсу. Скажите, пожалуйста, ребята, какая пора года вам нравится больше всего? Каждому из вас. Мне лето. Лето. А тебе, лето. Вань? Лето. Ой, как я вас понимаю, ребята. Действительно, лето очень хорошая пора. Но вообще все поры. Есть свои плюсы у всех пор года. Видимо, лето – это тоже. Каникулы, видимо. Это озеро, речка, отдых на природе, осень. Это ягоды, грибы, это теплые погожие денечки, это первый-первый дождик. Зима – это... Мы играем в снежки, да. Катаемся с горки, встречаем Новый год. А весна – это пробуждение к жизни всех растений. И первое теплое солнышко. Ребят, наш первый конкурс тоже будет связан с временем года и с теми явлениями природы, которые характерны для этого времени года. Мы снова будем отгадывать загадки. Отгадки уже есть у вас на стенде, но они, ребята... Там все буквы перепутаны, расположены в неправильном порядке, поэтому я буду читать загадку, а вам надо будет выбрать, посчитать количество букв в слове отгадки, выбрать строчку с правильными буквами и выстроить буквы в правильном порядке, чтобы получилось слово отгадка. Понятно? Начнем. Первая загадка. Он все время занят делом, он не может зря идти, он идет и красит белым все, что видит на пути. Повторяю вам, что это явление природы, характерное для поры года определенной. Что это идет и белым устилает землю, и все на пути становится белым. Кто справился, сообщите мне об этом, что вы готовы. Варя первая. Молодец, Варя. Снег. И Ваня снег. Тоже справился. Все правильно, ребята, снег. И надеюсь, что вторую, третью вы отгадаете быстрее и правильно все сделаете. Хорошо, Варь, ты сделала быстрее и правильно, поэтому получаешь 4 фишки. А ты, Ванечка, за правильный ответ 3 фишки. Присаживайтесь. Мама, просто держи. Смотрю. Вань. Так, слушай вторую загадку внимательно. За окошком снег идет, очень близок Новый год, только речка не течет, ведь сковал речушку... Побежали. Про себя. Что сковало речушку? Правильно. Варя справилась быстрее. Молодец. Да, конечно, Ваня тоже справился. Подсказала. Я дам каждому из вас по 4 фишки, потому что Варя справилась быстрее, но Ваня назвал слух правильно, быстрее отгадал загадку. Хорошо. Слушаем третью, последнюю загадку. Свисает с крыши длинный гвоздь. Холодный, крепкий, словно кость. Но если солнце припечет, он весь слезами истечет. Что с крыши за гвоздь? Такой длинный, крепкий, холодный гвоздь. А у меня же... Ребята, постарайтесь без ошибок это слово составить, чтобы не было у вас ошибок. Сосульки. Сосульки. После буквы «С» какая буква идет? Разве «А»? Конечно, «О». Сосулька. Кто быстрее? Ребят, последние секунды, быстрее. Варя быстрее. Ну, девочка у нас лидирует по скорости. Вань. Сосу. Ну, заканчивай составлять, да. Помогу. Варя отправилась на помощь к Ване. Подожди. Сосу. Потом... Нет. Ошибочка у Вани. Видишь, Варь, как у тебя было? Вот так. Ну вот, составили и Ване. Справились. Хорошо, присаживайтесь. Варя заработала 4 фишки за правильный быстрый ответ, а Ваня 3. Но у каждого из вас было по ошибке. Запоминайте, что слово не сосулька, а сосулька. Поэтому от каждого из вас я заберу по фишке. У Вари 3 остается, а у Вани 2. Так.
запоминайте, самое главное, запомните, как пишется это слово. Ну что, ребята, первый конкурс завершен, его итоги мы подведем чуть позже в конце игры. А сейчас время очередной встречи с нашим инспектором по безопасности Марией Александровной. Поворачиваемся к экрану. Ребята, привет! Здравствуйте! Я очень рада нашей встрече. В прошлой программе мы уже успели познакомиться с опасностями, которые могут вас подстерегать возле дома. А сегодня мы поговорим о том, чего нужно остерегаться только зимой и весной. Как вы думаете, чем опасны крыши домов в этот период? Сосульками, сосульками. Ребята, зимой и весной большую опасность представляют сосульки на крышах домов и спрессованные куски снега, которые в любой момент могут обрушиться и причинить большой вред здоровью. Чаще всего сосульки образуются над водосточными трубами, поэтому эти места бывают особенно опасны. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров, так как более толстый слой льда образуется именно под сосульками. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться и поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, встав под козырек крыши, который послужит укрытием. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Спасибо. Ребята, вот и второй конкурсный день подходит к завершению, но впереди еще финальные испытания. И сейчас я проверю, насколько вы внимательно слушали Марию Александровну. Ребят, конкурс наш называется «Руки, головы, хвосты». Давайте поднимемся его выполнять. Итак, ребята, слушайте условия этого конкурса. Я буду читать вам выражение «оно». Если вы с ним согласны, то вам необходимо будет кивать головой и вилять хвостиком. Представьте, что у вас есть хвостик. О, как хорошо у Вари получается. А у тебя получается, Вань? И у тебя получается. Ребята, а если вы не согласны с высказыванием, то вам нужно отрицательно качать головой и ручки прятать за спину. Вот, правильно. Давайте потренируемся, чтобы наверняка я увидела, что вы все поняли. Итак, можно драться и дразниться, если взрослых нет рядом. Ай, да молодцы, все сразу усекли. Лучше всегда говорить правду, об обмане все равно станет известно. Вань, головкой вот так киваем. Ванюш. Это сложно. Вань, попробуй, киваем и хвостиком виляем. Ну, будем считать, что все получилось и очень красиво вы виляете. Ребята, правильный ответ будет стоить две фишки. Итак, начинаем. Сосульки не представляют никакой опасности. Ваня делает правильно. И Варя делает правильно. Хорошо. Да, я быстрее. Да, ты быстрее и правильно, поэтому все-таки за скорость мы будем давать фишки. Ване три фишки за правильный ответ и за скорость. Ну, Варя тоже под конец сообразила, поэтому две фишки ты тоже получаешь. Следующее выражение. Чаще всего сосульки образуются над водосточными трубами. Варя чуть-чуть быстрее начала хвостиком вилять, поэтому ей дадим три фишки. И две фишки, Вань, тебе за правильный ответ. Следующее выражение. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, надо подойти ближе и узнать, в чем там дело. Ох, какие молодцы! Одновременно и правильно, и запомнили. Самое главное, что запомнили, что Мария Александровна говорила. Очень быстро среагировали, поэтому каждый из вас получает по три фишки. Никого не обделю на этот раз. И последнее выражение. Внимательно. Если увидел на улице экстренную ситуацию, надо сообщить взрослым или позвонить по телефону 101 и 112. Ой, молодцы, молодцы. Так виляют, так машут головками. Молодцы. Присаживайтесь. Снова каждому по три фишки, ребята. Очень хорошо. Умнички, большие умнички. Ребята, все конкурсы на сегодня закончились, поэтому давайте посчитаем, сколько во второй конкурсный день вы заработали фишек. Практически с равным счетом вы закончили сегодняшнюю игру. 22 у Вари и 21 у Ванечки. До встречи в стране безопасности. Пока-пока.